начали сегодняшний день с зарядки. Проводит Катюша прямо на крыше Сколково. Теперь пойдем к самому главному организатору, спросим, как дела. Анют, ну чё? Слушай, ну все очень круто, все идет по плану, все очень хорошо тренируется. Народ-то много? Все сделали, больше 800 человек на сегодня. Класс. Ну ладно, пойдем посмотрим, как там в залах. А за спиной тысяча участников сидит и слушает доклады. В такой прекрасный день мы решили, что в здании все время сидеть не нужно. Поэтому мы сделали обед на улице. Ребят, привет! Привет! Чем кормят? Еду. Что вкусно? Невкусно? Да, все вкусно. Нравится? Что взять-то мне? Бери все. Что посоветуете? Что осталось? Ладно, пойду тоже что-нибудь посмотрю. Я тут увидела какого-то странного мужчину с черепом. Пойдемте-ка узнаем. Вы... Здравствуйте. Здравствуйте. А кто вы? Я темный маг 4 уровня. Я заряжаю вас позитивной энергией. Вы не видите, это лишь только я. Так. А тут у нас уголок юного экспериментатора. В уголке творчества разрисовали всю доску, расписали. Ой, и фоточек добавилось. Класс. Ура!